Вот такая красивая радуга с одной стороны. А с другой стороны что-то картина не очень радостная. Что-то такие тучки подозрительные и как раз движутся на наш участок. Не хотелось бы, чтобы град еще нас посетил. Ну, скоро все разъяснится. Тучи идут прямо на нас. Особенно вот это неприятно, черная какая-то. Да и вот эти белесые тоже не очень симпатично смотрятся. Ну, будем надеяться. Коршун полетел по своим делам. Порадуемся еще на радугу немножечко и будем ждать вот эту черную тучу. Хотелось бы, чтобы все обошлось. Дождик-то, конечно, это хорошо, но град бы крайне нежелателен. Все решится в течение ближайших, ну я не знаю, нескольких минут. Вот уже туча подступает. Вот эта туча благополучно доползла до нашей местности. Быстренько прикрыли, что можно, некоторые грядки. Вдруг все-таки град. Но, похоже, страшного ничего нет. Видно, что туча прошла опять стороной. К счастью. Небольшой дождик, и то очень слабый. Тучка прошла мимо. Но оно и к лучшему, потому что никогда не знаешь, что ждать от таких вот неприятных туч. Ну, хорошо. Ну, дождик, конечно, будет. Вот небольшие шквалы. Ну, это, по-моему... О, шквал усиливается. Ого. Ничего себе. Это я, по-моему, рано обрадовался. Но все равно, обычно град так не приходит. Но опять потрепет растения. Вот черт. Ветер, конечно, сильный, но, по-моему, не ураганный. Ну, хотя неприятный, конечно. Укрытия пока все держатся. Думаю, ничего сломано не будет. Так, смотрим, самое главное, есть ли град. Града пока нет. Такие тучки. Хорошо, что краем опять, по-моему, она цепляет нас. Что творится в центре, можно только предположить. Подобная туча прошла по Барнаулу, где зацепила сильно, так там вообще катастрофические были последствия. Ну и здесь тоже хлещет. Но, к счастью, только дождик. Да и ветер, по-моему, начал стихать. Вот такие неприятные тучки с ураганами, со шквалами. Что-то зачастили в нашу местность. Ну, пока все нормально, можно даже и не следить за этим. Можно понаблюдать и из домика.
Вывод можно сделать следующий, что опять повезло, тучка явно прошла стороной. Ну и хорошо.